Найджелу удалось обнаружить в высокой траве льва. Я вижу льва, крупное животное. Попробуем его добыть. Будь наготове. Как только лев спрятался в густой траве, закунщики начинают громко кричать, пытаясь поднять животное и отпугнуть других львов. Его привело сюда запах гиппопотама. У него черная грива. Да, превосходная черная грива. Несмотря на желание всех охотников как можно лучше рассмотреть животное, терпение и еще раз терпение. Во-первых, остальные животные должны отойти на безопасное расстояние. А во-вторых, Найджел предпочитает дождаться всех следопытов. Безопасность прежде всего. Оказалось, что решение было правильным. Несмотря на смертельное ранение, лев все еще жив. Охотясь в африканском буше, следует соблюдать меры предосторожности. Спешка ни к чему. Вблизи лев должно быть еще красивее. Превосходно! Отличный выстрел! Все сделано как положено. Здорово. Этот момент своей жизни охотник никогда не забудет и вместе со своей семьей еще долго будет вспоминать охоту на льва. Well done. Excellent. Sasa, what's your name? This is in a place, sir. Hi, 20. Наконец-то Торстен может рассмотреть трофей. Трофей великолепный, огромный лев с черной гривой. Встретить такого мощного льва в Африке сегодня большая редкость. Торстен, два выстрела, и оба достигли своей цели. Первая пуля пробила спиной хребет, вторая прошла через легкие. Два попадания, и все смертельны. В результате у тебя теперь есть отличный трофей льва. Пришлось потрудиться. Сколько раз ты охотился на льва на сафари? 3 раза? Точно. Поздравляю. Предлагаю выпить за великолепный трофей. Ура! Найджел очень рад за Торстена, который осуществил наконец свою мечту. This is how many times you've come out for line? Third time? Yes. Congratulations. Well done.